ходишь по трулям по Мохаве, по неволе затаскуешь, а едет везде. Продолжаю патрулировать. Война. Война не меняется. Когда землю выжгло атомным огнем, те, кто уцелел, укрылись в огромных подземных убежищах. Когда они открылись, их жители заселили руины старого мира, основали новые сообщества, деревни, племена. Спустя десятилетия остатки юго-запада США объединились. Под флагом новой Калифорнийской республики, построенной на основе довоенных идеалов, демократии и законности. Республика росла, и с ней росли ее потребности. Разведчики устремились на восток, искать новые земли и богатства в сухой, безжалостной пустыне Мохаве. Они вернулись и рассказали о городе, нетронутом боеголовками, что разрушили весь остальной мир, и о великой стене посреди реки Колорадо. НКР мобилизовала войска и отправила их на восток, занять дамбу Гувера и восстановить ее. Но на другом берегу Колорадо родилось другое общество под другим флагом. Огромная армия рабов, сплав 86 покоренных племен, легион Цезаря. 4 года прошло с той поры, когда республика едва удержала дамбу под натиском легиона. Он не отступил. Он копит силы на дальнем берегу. Горят лагерные огни. Бьют барабаны. А стрип Нью-Вегаса в это время процветает под руководством своего таинственного владыки мистера Хауса и его армии обращенных дикарей и полицейских роботов. Вы курьер фирмы «Мохавский экспресс». Ваше задание – доставить пакет на стрип. Но обычное, казалось бы, задание оказалось совсем непростым. Ты получил, что искал. Плати. Ты плачешь под ливнем, дружище. Ну-ка, угадайте, кто у нас проснулся. Ну все, под расчет. Да сколько можно валандаться? Может, ханы убивают людей, не глядя им в лицо. Но я-то не быдло, сечешь? Это твоя последняя доставка, деточка. Извини, тебе не повезло. Думаешь, тебе выпало 18 карат невезения? Да нет, просто игра попалась нечестная. Эй, привет, мой дорогой друг. Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехала новая часть по Fallout'у, Нью-Вегас. В общем, ребята, возникли небольшие сложности вообще с приобретением этой игры, ну ладно, в сторону. В общем, я ее маленько улучшил, я установил патчи некоторые, улучшил освещение, убрал желтый цвет игры, потому что он... Как-то глаз не радовал совсем. Установил патчи, чтобы игра не зависала, потому что игра на старый
на старый Windows предназначена, на новые она плохо идет. Если нужно будет все патчи, которые я установил, пишите в комментариях, я в принципе ссылочки, если что, дам. Так, что еще? Ну, все, в принципе, можно... А, ну, соответственно, здесь установлены все DLC-шки официальные. Вот так-так. Мы очнулись. Так, тихо-тихо. Тебе пришлось 2 дня пролежать без сознания. Расслабься, подожди пару секунд. Нужно время, чтобы прийти в себя. Посмотрим, что у тебя с головой. Как тебя зовут? Можешь сказать? Как нас зовут? Ну, давайте, в принципе. Да уж, я бы тебя так не назвал, конечно. Но какое имя дали, такое дали. Ничего не поделаешь. Я Док Митчелл. Ну, простите. Добро пожаловать в Good Springs. В общем, мне пришлось порыться чуток в твоей черепушке, чтобы вытащить весь свинец. Надеюсь, ты не возражаешь? Я неплохо зашиваю раны, но ты посмотри внимательнее, все ли у тебя на месте. Ну, что у нас получилось? Так, ну будем за мужчину играть. Он латиноамериканец, в принципе, нормально. Возраст, тут что у нас? А, ну понятно, так и оставим. Стрижка, укладка, я думаю... Цвет волос, да в принципе, можно вот седым, давай седым, в принципе нормально. Готово, да, ну меня что все устраивает. По крайней мере, я все жизненно важное правильно пришил, окей? Нет смысла держать тебя в постели, попробуй встать. Отлично, а теперь пройдись в конец комнаты. Там стоит энергетический тестер. Не торопись, ты же не на соревнованиях. Так, ну в принципе, ходим нормально. Пока но... все неплохо. Давай-ка берись за энергетический тестер. Сразу увидим, как идет твое восстановление. Так, я на самом деле... даже и не знаю, что качать. Потому что я реально не знаю, что качать. Я, в принципе, никакие гайды, ничего не смотрел. И даже, в принципе-то... И даже если играл, то я уже ничего и не помню. Так, окей, сила. Холодное оружие, без оружия. Так, так. Пу-пу-пу. А наше увеличение грузоподъемности тоже в прям сила. Ну, давайте на 5 ее оставим. Так, восприятие. Взлом, энергооружие, взрывчатка. Меткость, дальность действия компаса. Слушайте, я вот хотел бы использовать энергооружие, потому что я очень полюбил в Fallout 3 пушку Гаусса. Она мне прям вообще вкатила, и я не знаю, может быть, мы снова здесь ей будем пользоваться. Так, пока вот так сделаем. Так, выносливость. Пока так оставим. Среди ковбоев есть такие... Так, бартер, красноречие, сила духа, спутников. Интеллект, навыки ремонта, медицина. Можно даже... Так, оружие, скрытность, восстановление. Вот. Удача. Так, слушайте, я тогда... Так, пока вот это уберу. Я хочу восприятие. Я хочу удачу. Харизма. Может вообще харизму убрать. Сделать ловкость на 9. Сила 5, восприятие 5.
так может быть сделать? А что, нормально? А, еще и одно очко. Давайте одно очко в харизму. Пускай так будет. У тебя такая удача, что я ума не приложу, как эти пули не развернулись и не удрали обратно в ствол. Ну, жизненные функции твои в норме. Но это не значит, что те пули не превратили твои мозги в кусок толсторожьей какашки. Залезай-ка на кушетку и быстренько прогоним пару вопросов. Посмотрим, все ли винтики на месте. Окей. Хорошо. Я называю слово, а ты в ответ говоришь первое, что приходит в голову. Собака. Собака? Дрессировка. Дом. Убежище. Ночь. Костер. Враг. Катастрофа. Свет. Луч. Мать. Забота. Замечательно. Теперь я буду говорить разные вещи, а ты скажешь, про тебя это или нет. Первое. Конфликты мне не по нраву. Мне не требуется ничья поддержка. Совершенно верно. Я всегда стремлюсь быть в центре внимания. Совершенно верно. Я не спешу принимать новые идеи. Совсем не так. Я никогда не откладываю на потом то, что можно сделать сейчас. Совершенно верно. Почти закончили. Теперь посмотри на эти картинки и скажи мне, что ты видишь. Так, что это такое вообще? Злой двухголовый муравей. Окей, а здесь что видишь? Бесценное произведение искусства. Последний. Грибовидное облако. Ну вот и вся любовь. У меня нет ключа от этого теста, поэтому просто посмотри на результаты. Все устраивает. А, то есть, ну это как коза, то есть бесполезно, в принципе, было. Так, что я хочу вообще выбрать? Ну, раз мы уже решили, что у нас будет основное, это пушка Гаусса, поэтому я возьму энергооружие, возьму скрытность. Так, и вот взлом, наверное, бы я взял бы на самом деле. Потому что, насколько я помню, что здесь очень много всяких сундуков, дверей, складов, где можно все поживиться. А выживание? Что за выживание? Определяйте, сколько очков здоровья вы восстанавливаете. Ага. Раньше это в медицину входило. Окей. Что, взлом. Берем тогда взлом. Нажимаем, в принципе, готово. Да. Прежде чем я отпущу тебя на все четыре стороны... Сделай мне одно одолжение. Заполни, пожалуйста, медицинскую карту, чтобы я мог зафиксировать твою историю болезни. Это просто формальность. Вряд ли пули в голове передаются по наследству. Так, горячая кровь. Когда уровень здоровья падает ниже 50% нормы, вы получаете плюс 10 к урону, но... Так, это точно нет. Так, это тоже фигня. Добрая душа. Обладая доброй душой, вы предпочитаете решать вопросы мирным путем. Вы получаете плюс 5 к навыкам бартер, медицина, ремонт, наука и красноречие. Ну, вроде неплохо. Так, жаворонок. Плюс 2 ко всем атрибутам спешл с 6 до 12 дня. Но с 6 вечера до 6 утра, когда вы не на пике формы, все атрибуты снижаются на 1. Нет, точно нет. Камикадзе, вы получаете плюс 10 очков действия, но ваша неосторожность приводит точно нет. Клаустрофобия. Фигня. От гранат гранатами не пользуемся. Скопидом вы можете нести 25 фунтов больше обычного, но все атрибуты спешл. Нет, точно нет. Создан разрушитель. Если огонь горит в два раза ярче, то они погаснут в два раза быстрее. Любое оружие получает плюс 3 к шансу критического урона, снижение... Блин. Я вообще не люблю ремонтировать. И после Fallout 4 вообще непривычно что-то ремонтировать. Так. Используя обычное энергетическое оружие, вы стреляете на 20% быстрее, но на 20... Но...
Так, техника спуска. Используйте обычное энергетическое оружие. Вы стреляете на 20% медленнее, но на 20% точнее. Вот это неплохо. Так, тренированный. Вы обладаете умениями, но не опытом. Вы получаете плюс 5 очков к каждому навыку. Кстати, вот это нормально. С этого вы меньше зарабатываете на 10% меньше опыта. Это вообще не проблема. Так, тяжелая рука, ваше холодное оружие, понятно. Ловко Логана. Вас никогда не отправят в дом при стрелах, вы будете вечно молодые, не выше 30 уровня. Вам не грозит зависимость от химикатов, и все препараты будут действовать вдвое дольше. Но после 30-го прощаете опыт, способности и очки на... Нет, точно нет. 4 глаза. Надев очки любого типа, вы получаете прибавку к восприятию плюс 1, а сняв очки штраф минус 1. Так, субтильное телосложение позволяет вам получить плюс 1 к ловкости, но вы легко повреждены. Кстати, я хочу взять тренированный. И, насколько я помню, тут работает фишка, я попозже ее покажу, когда мы выполним все квесты Supreme. Если по второму разу, ну, у нас будет возможность выбрать снова спешл и навыки, особенности. И если мы еще раз все это заново возьмем, то у нас очки еще раз прибавятся, так что... Наверное, вот так пока оставим, а там уже посмотрим. Отлично. Ну что ж, можно и прощаться. Пошли со мной, я тебя провожу. А почему я вообще в майке, в трусах? А куда ты меня проводишь? Я хочу еще у тебя дом тут полутать маленечко. А вот и твои вещи. Это все, что у тебя было, когда тебя принесли сюда. Надеюсь, ты не против, что я посмотрел эту записку? Хотел найти твоих родственников, но тут только о платиновой фишке написано. Да, возьми вот это, если собираешься вернуться в пустоши. Это устройство называется Пип-Бой. Я вырос в одном из убежищ, которые делали еще до войны. У каждого там был Пип-Бой. Но сейчас он мне не нужен, а тебе пригодится. Тебе пришлось через многое пройти. Я знаю, каково это, когда у тебя что-нибудь отнимают. И надень, пожалуйста, этот костюм, а то тебя задразнит, если будешь рассекать как есть. Все равно мне он не идет. Спасибо за помощь, док. Не за что. Помогать моя работа. Поговори с Санни Смайлз, прежде чем покинешь город. Санни может научить тебя, как выживать в пустыне. Она, скорее всего, в салуне. Думаю, остальные жители тебе тоже с радостью помогут. Да и здесь еще этот робот Виктор... который вытащил тебя из могилы? В любом случае, если тебя ранят, приходи ко мне, золотаю. Постарайся только больше не помирать, ладно? Так, режим хардкор. Нет, я не хочу в хардкоре. Так. Я думал, проведя столько времени в помещении, тебе не терпится выйти на свежий воздух. Но раз у тебя есть вопросы, я отвечу на какие смогу. Так, расскажи мне о себе, док. Я просто хочу узнать историю, потому что мне это интересно. Поэтому давайте вообще все разузнаем, да узнаем, что да как. Ну, я уже говорил тебе, что вырос в убежище. Покинув его, стал странствовать и оказывать медицинские услуги. Это оказалось неплохой идеей. На пустошах мало образованных людей, так что медицинские знания востребованы. Я понял, что могу помогать многим нуждающимся, и это меня вполне устраивало. Прошло время, я вернулся назад и женился на девушке, в которую был влюблен с раннего детства. Тогда я и перестал путешествовать, о чем не жалею. Ничуть. Вы говорили, что у вас что-то отняли. Ну, так со всеми бывает, верно? Это было давно, я уже и думать забыл об этом. Так, красноречие. 23 из 30. Ха-ха, док, может мне хоть леденец на дорожку дадите? Слушайте, ну давайте попробуем, вдруг проканает. Извини. Не. Боюсь, леденцов у меня не осталось. Так. Мне нужны медикаменты. Конечно. А, понял. Это у нас торговля. Так, мы ее пока отложим. Что это за город? Это Good Springs. Название получил благодаря ключам на юго-востоке. Если пойдешь вниз по дороге, как раз дойдешь до источника Good Springs. Это тихий городок, и за это мы его любим. Мы вовсе не ищем неприятностей. Хотя, признаться, они иногда сами нас находят. А
кто меня спас? Это Виктор. Любопытный парень. Странный. Я говорю это не потому, что он робот. Мне трудно объяснить. На самом деле я мало его знаю. Пойми меня правильно, он приветлив и дружелюбен. Просто есть ощущение, что картина не полна. Лишь чувство. Он держится по большей части особняком. Если ты хочешь узнать о нем больше, стоит спросить его самого. У него есть хижина в южной части города. Интересно. Так, знаете ли вы что-нибудь о человеке, который в меня стрелял? Я не видел ни его, ни его спутников. Однако тебе стоит расспросить местных. Возможно, кто-то в курсе, куда они направились. Лучше всего начать с Труди, барменши в салоне. Если кто-то что-то видел, она наверняка об этом знает. Так, что ты еще мне можешь рассказать о Гудспринце? Прямо по дороге есть магазин. Он принадлежит парню по имени Чет. Ничего особенного, но основные припасы есть. Если хочешь промочить горло, прямо за магазином есть салун-старатель. Барменша Труди знает всех в городе. Больше никаких достопримечательностей. Люди с трудом наскребают себе на жизнь. Окей. Окей, до свидания. Береги себя. Сейчас мы у него, я как понимаю, у нас тут, да, мы можем пособирать костыли. Мы можем пособирать здесь хабар, так, противоядие, стимуляторы, лазерный пистолет. А мы вообще все будем собирать. И мы сейчас просто все это ему, в принципе, и продадим. Терапевт. А, журналы. Здесь журналы, к сожалению, не добавляют нам характеристики. Но они добавляют, но только временно. Поэтому... Так, пистолет починить. Ремонт. Ладно, окей, оставим пока в покое. Так, что тут еще можно подсобрать? Бейсбольный мяч, перчатка. А, сейчас мы ему все это обратно и впарим. Так, книги, 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 простые книги. Сундук, а он пустой, сразу не увидел. Там камера. А, можно даже пепельницу собрать. Нож, плод тыквы. Сундук пустой, ящик с боеприпасами, отлично. Готовый обед. Так, здесь доска. Сигареты тоже заберем. Ну все, продадим. Все продадим, нам в принципе ни к чему это с собой таскать. Вантус. Так, здесь что у нас? Кофейник, кружки. Ну, вообще, это нужно для ремонта или для крафтов, скорее всего. Но мы будем обходиться так и без всяких крафтов и ремонта. Я думал, проведя столько времени в помещении... Так, надеюсь. Так. Мне нужны медикаменты. Оружие. Так, 40 это гранатомет. Пистолет, кстати, какой-то крутой. Который даже... Нож широкая. Можно нож продать, в принципе. Костюмы. Комбинезон. Так, очки для чтения ничего не добавляют, да? Можно тогда продать. Это можно продать. Так, это мы оставим, окей. Так, бильчи, сухарики можно продать. Бесцветный яд. Не знаю, что это такое. Окей, продадим. Готовый обед продадим. Грязную воду продадим. Докторский саквояж. Восстановление всех частей тела. О, прикольно. Так, кедровые орехи. Можно... Опа, я медикс продал. Медикс вернем. Так, пакет крови оставим. Пиво.
оставим. Плод вонючей тыквы отдадим. Противоядие оставим. Братыкс оставим. Ремонтный набор. Свинина с бобами продадим. Стейк из геккона продадим. Суперстимуляторы тут какие-то даже есть. Окей, так. Бейсбольная перчатка, блок, большая тарелка, вантус, дрожжи, заколки оставим. Так, истощенная малая батарея продадим. Камера, костыли, кофейник, кружки, медицинская шина, металлическая кастрюля, сковорода, молоток, мука. Так, это все продаем, продаем. Вес папье, пустой шприц. Так, фляжку оставим. Я как понял, он из нее пьет. Хорошо. Так, что мы можем у него, в принципе, интересного взять? Так, скорее всего, это помощь. Так, два суперстимулятора, конечно же, забираем. Еще я 35 крышек теперь должен. Ох ты, какой хулиган. Так, и что мы можем... ему подогнать. Так, патроны точно нет. Может быть, из оружия что-то. Что нам не нужно? Я просто... Это, наверное, можно же мы будем это ремонтировать. Метательное копье. О, что за метательное копье? О, еще и 105 крыш. Все, это идеально. Выходим. Все, ладно, спасибо. Давай, брат. Береги себя. И ты себе тоже. Все, в принципе. Давайте, что у нас там по снаряжению? Всякое оружие, да, понятно. Так, костюмы. Да, блин. Есть бронекостюм. Я просто не понимаю, что она добавляет. Не написано, сколько всего. Хорошо, оставим тогда комбинезон, потому что он холодное оружие плюс 2 и речь плюс 2 добавляет. Так, из оружия. Широкая мачете. Возьмем на однерочку. Так, лазерный пистолет у нас есть. И такой еще пистолет есть. А что у нас лазерный пистолет? Урон 5. 6. Так, возьмем лазерный пистолет на троечку, а этот на двоечку. В смысле? А, на двойку. Так, окей, на тройку. Это на четверку. Да, это на четверку. Дробовик на пятерку. Гранатомет. Ну, давай на шестерочку возьмем. И не знаю, какой-то... А, и бинокль на семерку. Не знаю, что за бинокль. Так. Да, можно, в принципе, выметаться. На всякий пожарный мы сохраняемся, но 1000 сохранений всего можно сделать. Так, сохранение, и все, и выходим. Так. А, ну сейчас все дополнения будут у нас добавляться. Просто все, на окей. Вот как можете обратить внимание, такие желтые, коричневые цвета у нас исчезли. Стало более такой естественный свет. Так, эту серию я, знаете, как хочу пройти? Я хочу ее пройти. Так, задание. Я хочу пройти сначала основной сюжет, а дальше мы уже будем выполнять всякие дополнения, какие-то интересные квесты поищем. Потому что что-то третье мы там и то выполняли все по-разному. Поэтому сейчас мы с вами начнем выполнять все основные квесты, а там дальше уже разберемся. Привет! Привет! Чем забей, Пит может тебе помочь? Знаешь ты что-нибудь о людях, которые на меня напали? Тот в дорогом костюме, кажется, командовал остальными. Это все, что я знаю. Возможно, кто-нибудь из соседей расскажет больше. Дам совет. Если когда-нибудь столкнешься с ним, прояви осторожность.
У него глаза, как у змеи. Спину ударит, не задумается. Спасибо за совет. Почему тебя называют Забей Пит? Я был старателем, пока не решил убраться подальше от НКР и осесть здесь. Я подумал, что надо забить на все. Теперь живу просто. Помогаю ухаживать за браминами и толсторогами. Ты был старателем, значит, добывал золото и серебро? Нет, нет, вовсе не это. Я забирался в старые здания и искал сохранившуюся в целости технику и все такое. Некоторые называют это утилизацией, но мне такое слово не нравится. Я так вижу. Утиль – это нечто поломанное, малоценное. А я искал только хорошие. Ружья, химикаты, запасные части, и все стоило неплохих деньжат. Так, и попадалось ли тебе что-нибудь интересное, когда ты занимался старательством? Не, один раз был близко к хорошему кушу. Это было к востоку вдоль реки, да пришлось удирать от рейдеров. А со временем я слишком постарел, чтобы путешествовать. А что не так с НКР? Не пойми меня неправильно. В НКР масса замечательных людей. Плохо то, что они прибирают к рукам все, и тебя в том числе. Хочешь ты того или не хочешь. Городки типа Good Springs или Примма не сохранят независимость надолго, если привлекут интерес НКР. Правда, НКР не подпускает Легион близко. Окей, расскажи мне о Легионе. Это рабовладельцы, предводителем у них некий Цезарь. Или Кайзер, не знаю точно, как правильно произносить это имя. Пару лет назад они пытались захватить дамбу Гувера, но НКР отбросила их. Однако сломить их полностью НКР не удалось. Легион восстановил силы и теперь готовится к новой попытке захвата дамбы. Я по-прежнему ставлю на НКР, но... Угадать, конечно, невозможно. Доходили слухи о том, что легионеров встречали в Неваде, по эту сторону реки, так что стоит держать оружие наготове. Естественно, если не хочешь, чтобы они тебя схватили. Значит, у нас есть легионеры, которые плохие детки, потому что будем играть 100 пудов против работорговцев. И НКР это, походу, братство стали, что ли, какое-то, я не знаю, но разберемся. Так, почему так важна дамба Гувера? Благодаря дамбе энергией обеспечивается большая часть Нью-Вегаса. Не стоит забывать о запасах чистой воды в озере Мид. Тот, кто владеет дамбой, владеет регионом. Понятно. Для чего разводят толсторогов? В основном ради мяса и шкур. А вот грузы перевозить не заставишь. Просто лягут и будут лежать, пока не снимешь тюки. Выше в горах водятся дикие толстороги. Но с ними держи ухо востро. Если загнать в угол, сражаются не на жизнь, а на смерть. Так, а Виктор это робот. Что ты знаешь о Викторе? О машине? Он безобидный. Не слушай Труди. Ей кажется, он что-то скрывает. А я думаю, это поломанная игрушка прежних времен, которой некуда приткнуться. Кстати, и доктор тоже подозревает его, что он что-то недоговаривает. Держи оружие под рукой, если решишь заглянуть в заброшенные здания, вроде школы. Туда иногда зверье забредает. Какой школы? Так, ладно. Нам сюда, как я понимаю, да? Спокойно, Шайен. Не волнуйся, она не укусит, пока я ей не дам команду. Док Митчелл сказал, что ты можешь обучить меня выживанию в пустыне. Да, думаю, я смогу тебе кое-что показать. Видать, тебе придется учиться всему заново после того, что они с тобой сотворили. Давай встретимся снаружи за салуном.
Тут ничего брать нельзя. Так, за салон. А вот и Виктор, да, походу, катается у нас здесь. Ну, мы потом к нему придем. Сейчас пройдем обучающий квест. Теперь видишь эти бутылки со спарилой на изгороди? Возьми это и попробуй сбить их. Правильная мысль. Присядь, Эмир. Хороший вы... Неплохое Здорово. Начало. Ну что, нам теперь всю жизнь по бутылкам стрелять? Я тебе вот что скажу. Мне надо отогнать гекконов от наших источников. Повадились ходить туда, тварюги. Пойдешь со мной? Окей, я в деле. Следуй за мной. Надо пройти вниз на юго-восток. Тут недалеко. Гекконы? Погнали, гекконов, значит, завалим. Мне, получается, дали вот эту винтовку. Да. Так, собака сейчас всех распугает. А собака сама обкекалась. Нет? Все? Нет еще. Куда мы вообще бежим? О, это что такое? Слышишь эти звуки там на горе позади меня? Да. Это как раз наши гекконы пожаловали. Сволочи мелкие, вот они кто. Доку Митчеллу приходится штопать укусы гекконов чаще, чем делать что-то еще. Попробуем подобраться поближе. Если мы будем идти тихо, застанем их врасплох. Так больше шансов на удачный выстрел. Ага. Типа нас тут учат... Как атаковать в скрытности? Окей, задаем жару. А, я один пошел, да? Вот она хитрая, блин. Так, че... Оу! Так, вац, я понял. А, ну все, ясно с этим оружием. Ясно все с моей меткостью. Так, мясо геккона. Я предлагаю собирать все для крышек. Потому что крышки нам могут понадобиться. Ведра мы собирать не можем. Поговорить с Аней. Ну все, тут больше вроде, как я понимаю, ничего интересного-то и нет. Ты мне что за оружие дала? Видишь, кажется, ты начинаешь кое-что понимать. Нужно зачистить еще пару источников. Если хочешь, пойдем со мной. Заодно заработаешь несколько крышек. Конечно, я пойду с тобой. Это займет пару минут. Нас же двое. Идем со мной. Так, нам еще плюсов потрошек дали. Это очень хорошо. Давай, я сверху. О, понятно. Прыжки это не мое. Опа, гекоши какие. Мы все это продадим. Активировать кран. А, я попил. Я попил и радиацию себе на этого. Так, а куда она смоталась? А, мы дальше бежим. Все проблемы. Ты что здесь вообще делала? Ну и ну, если бы не ты, меня бы тут запросто убили. Я пришла сюда за водой. Ну вот, возьми. Тебя, похоже, мучает жажда. Так, вы заработали репутацию. Свой человек, сообщество приняло вас, оценив ваше стремление помочь. Супер. Спасибо. А, ну все, да, на этом. А где у нас? А, ты вообще-то нам должна была помогать. Хорошая Саня. Работа. Я даже получила удовольствие от охоты.
Вот тебе немного денег за труды. Я хочу показать тебе еще кое-что. Думаю, я могла бы научить тебя, как выживать на пустошах и готовить всякие полезные вещи. Хочешь? Не повредит. Хорошо. Для начала нам понадобится два ингредиента. Корень зандер и цветок брока. Дай-ка подумать. Видела цветок брока на кладбище. Корень зандер найдешь рядом со школой. Принеси их мне, и будем готовить. Так, хорошо. Я как понимаю, у нас следующий квест. Так, тут что-то есть. И ящик с инструментами. Пусто-пусто. А это блоки. А я могу вообще с тобой поболтать? Все в порядке? Хочу задать тебе несколько вопросов. Давай сначала закончим с этим, ладно? Потом поговорим. Лучше там, где можно выпить чего-нибудь крепкого. И Шайен не будет так жарко. Ах ты какая хитрая. Еще один геккон бегает. Так, это что? Бутылка. Бутылки, бутылки. Я не знаю, блин, стоит их брать. Мне кажется, они вообще копейки стоят. А мы только нагружать будем. Но хотя мы потом все это сможем в салуне, наверное. Так, перед тем, как отправить... А, вот, кстати, изменить характеристики персонажа. Заходим. Нажимаем вперед, 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 вперед. Да. Блин, а я вот... А, что мы там, удачу делали, да, на 9? Ловкость сделали на 9. Так, восприятие. Так, выносливость я брал на 3. Так. Что, нам одного не хватает, что ли? Чуть не понял. Нет, выносливость нам надо оставить или восприятие. А, не, восприятие, выносливость. Так, окей, мы сделаем вот так вот. Блин, я бы еще восприятие бы на самом деле улучшил. Так, интеллект влияет на науку, ремонт, медицину. Чем выше ваш интеллект, тем больше очков навыков вы получаете при достижении уровня. Вот так вот я, наверное, хочу сделать. Все, так. Или все-таки харизму... А, у меня харизма вообще на единичке была. Точно, точно, точно. Вот так вот сделать. 4-4-4. Все. Готово. И, так, здесь у нас мы все оставляем как есть. Вот запоминаем 40-40-40. Нажимаем готово. И снова выбираем добрая душа. И тренированный. Готово. Готово. И теперь, если мы зайдем. Так, статистика. Навыки. И мы видим, что у нас улучшилась скрытность 45 стала, взлом 45 стал. Короче, тема прикольная. Типа заобузили. Можно будет, кстати, если есть еще где-то так сменить, можно еще сбегать и заобузить. Молодой геккон, я сделаю из тебя бекон. Все, это забрали. Предлагаю обратно вернуться к этой мадаме. Вы делаете глоток из своей фляжки убежище 13. Тут я, наверное, вот это все подсоберу. Бутылка. Я все это продам. Потому что нам очень нужно будет много денег на импланты. Они там по 8, по 4 тысячи стоят. Поэтому крышечки собираем и крышечки будем копить с вами. Что ж, продолжение я хочу начать в следующем ролике уже нормально. В этом мы таком ролике, в принципе, познакомились с началом истории доктора. В принципе, с историей, что с нами случилось. Но мы еще это в конце будем... в течение всего сюжета будем узнавать, что же на самом деле все произошло с нами, почему нас застрелили.
и кто вообще застрелил. Ну и уже пойдем дальше выполнять квест от Sunny Smiles. И хочу с вами попрощаться. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.